пацаны здесь реальные пацаны. Нас не отправляют учиться в Лондон. Мы не одеваемся в бутике модном. Наши папы не работают в банках, и мы не катаемся на иномарках. Не отдыхаем на южных курортах, загораем на даче в сланцах и шортах. Мы не едим в дорогих ресторанах, редко бывают деньги в карманах. Кому-то эта жизнь покажется тусклой, но здесь бьют ключом реальные чувства. Откройте рты, сорвите уборы, какие пацанам открыты просторы. Почему для выступления выбрали город Рыбинск? Есть какая-то причина? Это не мы выбрали, это вы нас выбрали, и мы этому очень рады. Нас приглашают, мы приезжаем. Рыбинск действительно нас выбрал, мы приехали. Мы обычно приезжаем по приглашению. Первый раз у нас в городе. Да. Как публика? Классно, тепло. Ну, по крайней мере, встречали очень тепло. Я тоже не могу сказать ничего плохого про рыбинского зрителя. А надо? Как родилась идея создания сериала? Вау! Отвечает Николай Наумов. Антон Зайцев. Сейчас не так, подождите. Антон Зайцев. Он автор идеи сериала «Реальные пацаны». Антон Богданов. Стегивает дробашком. Антон Зайцев его придумал, вынашивал долго, затем предложил его руководству канала ТНТ, и все сложилось, получилось. Да. Антон очень проницательный человек, он отвечает, не зная на что даже. Я знаю, о чем идет речь. Я хотел так долго. Это, скорее всего, миллион первый вопрос. Зацени здесь реальные пацаны. Есть ли ваша жизнь после сериала «Реальные пацаны»? Не, у меня нет. Славы, только поклонников. Это да. А так нет. Конечно, изменилось. А в обычной жизни вы такие же, как в сериале? Есть что-то схожее? Я надеюсь, что да. Мы стараемся быть такими приземленными, как минимум. Адекватными. Не... Приземленные, адекватные. Ну, по синонимы практически. Скажите, ну, пожалуйста. Без всяких, знаете, там, охранников ходим и так далее, в плане, что нормально, мы открытые людям. Наверное, сами это, в башне. Это главное, да. Слушайте, друзья, очень рады присутствовать в Рыбинске впервые. Мы очень много городов объездили по России, это правда, но в Рыбинске еще не были ни разу. Очень круто, город очень похож на наш, откуда мы сами вышли, мы с вами из Перми, из Пермского края. Вот, такая же история, маленькие дома и так далее. Вот, короче, все зато по-доброму, люди добрые, прекрасно нас сегодня встретили, шикарно. Короче, будет сегодня, знаете, такое мероприятие, очень такое домашнее, семейное. Не думайте, что будет какой-то там огромный концерт. Будет просто такое, знаете, между собой. Не знаю, где все ангелы, но самый красивый ангелочек сидит и читает эту смс-ку. Какую смс-ку? Я тебе, у меня даже телефона в руках нет. Ты что заучил бы там все, а? Все, сейчас. Давай, сними все. Штампу, просто, видишь, она открытая, давай, просто расскажи о себе, давай. Я Сильванов Владимир, 85-го года рождения, судимости не имел, но приводы в милицию были. Стоп, ну что, каково интересно, на концерте слушал про приводы в милицию, дело было клевое. Нифига, 8 не так. Так, стоп! Нравится футболка? Хочешь ты с утра походить? Понял, как надо? Иди давай. А что ж ты ослушался? Ты какую-то фигню говоришь, вышел такой. Ой, Володя, к этой подойди, то скажи, блин. С дядука опозорился. Вышел тут крутой. Сам толком Рыбинска ты не знаешь. Кто я Рыбинска не знаю? А что знаешь, хочешь сказать? А, кому-то я Рыбинска не знаю. Ты что такое говоришь-то, Вова? Ты дураком меня быстро. Как я не знаю? Да что я всю жизнь в песочном прожил, понял? Если я Рыбинска не знаю. Ты что такое говоришь? Что ты только в гостином дворе одевался, понятно? Я, говорит, Рыбинска не знаю. Чтоб я 1 января только этим такой, жигулевским пивом обохмелялся. Чтоб я свою свадьбу в кафе «Караколь» гулял, понял? Не знаю я, говорит, Рыбинска. Чтоб я в 3 часа ночи это, на переборах шел. А у меня нечаянная
потом зазвоню. Последний раз, собака. Чтоб я каждое лето только в черемухе купался и жив остался, понятно? И я ведь рыбинский не знаю. Ты что, хочешь знать, чтобы я всю жизнь жил в Копаево, а работал на них в заводе, понятно? И чтобы автомобиля у меня при этом не было, и таксисты меня отказывались возить. Понял? Знаю я рыбинск. Вот, ну, вот обычный вопрос, да, насколько вы похожи на ваших героев, а наоборот, насколько герои повлияли на, вот, просачивается ли их жаргонные выражения, вот, уже в вашей реальной жизни, то есть все-таки три года вы в образе реальных пацанов, их это, мысли, может, это можно вот на примере Володи рассказать, что ты всегда спрашиваешь. Тем более его нет. Да, а Володя в жизни всегда такой же, иногда хочется сказать «да». Ну, ты потому что с ним очень долго. Иногда «да». Песня называется «Колян». Можно уже потихонечку начинать, пацаны. Бегемот качает с нами! Ну, калява, конечно, тоже в песне калява. Калян с нами, тропинки волшебных полян. Калян на шее, кулончик и я. Калян на нуле, нули, нулям. Калян за ночью на рисунках и на планетян. Коля, колледж, шелкомок и ум колледж. Калян высечена даже на стол. Итак, вы сейчас все поймете, смотрите. Итак, 133 серия, Антоха и Вован в Рыбинске на набережной. Поехали, значит. Антоха! Че? Конечно, хорошо, мы тут загораем на набережной в ноябре. Но пойдем, я тебе лучше свою тачку покажу. Ну, пойдем, покажешь. Какие молодцы все в Рыбинске, а? Слушай, этот, как его, на набережной грязно, прям по грязи же идем. Плюх-плюх. Вот, плюх-плюх. Вот это, знаешь, как было так? Вот, смотри, давай, я буду прыгать, ты плюх-плюх, давай. Плюх-плюх. Понял как? Ну так. Зацени, здесь реальные пацаны. Это лично как будет? Чихуахуа. Числе. Володя, так тебе прям написано, пускай ответит Володя. Как будет чихуахуа во множественном числе, Володя? Чу-чу-хуй-хуй. На этом мы вместе и рассчитывали, друзья, да? Любимое пирожное Вован. Вова, сегодня твой бенефис. Но я люблю селедку под шубой. Витя, на деньгах написано «Вова, сфоткайся со мной». Это, видимо, твой гонорар. Да, держи. Вот сейчас атаку делается обычно. Сфоткай. Да, кто обладатель этой записки? Серьезно, кто обладатель? Поздравьте Владика с днем рождения. Владик, с днем рождения! Приглашают на ночь. Белая ночь — это когда постель чистая. А вообще, уже на самом деле не очень-то смешно. Ну, то есть понятно, что это комедия, что мы друг друга все любим, у нас прекрасная семейная атмосфера на площадке. Вот и к нам. А в целом, конечно, уже просто, ну, это работа. Потому что если ты будешь ржать полдня, ты не успеешь снять, а это чревато штрафами. У нас реально от того, что реальность, не от того, что мы там крутые, классные, дворовые там или тому подобное синоним. Мы от реальности, я бы не назвала этих ребят гопниками, но имеется в виду персонажей. А их и подавно, попробуй скажи, ух, там такой интеллектуальный сразу же. На самом деле, ответ. Мы, извини, пожалуйста, если перебиваю, мы изображаем тех людей, кем могли бы стать, если бы не закончили Институт культуры, например. Или Иньяс, вот. Или кто-то Иньяс. Зацени, здесь реальные пацаны. Реальный пацан должен быть, короче, это, ну, доверять, но проверять. Вот, например, ты идешь по парку, и написано на лавке «Крашено». Реальный пацан должен ткнуть пальцем, чтобы понять, на дуре «Крашено». Понимаешь? Ну, логика некая есть, да, Коленька. А теперь правильный ответ. Не, ну я как считаю? Я считаю, что настоящий реальный пацан должен быть, ну, опорой своей семье крепкой и очень сильно любить свою любимую девушку. Подкаблучник. А то вообще не так, Коленька, молодец. Спасибо большое. Ребят, давайте я вас спрошу, что значит быть реальным пацаном?
Ну, я считаю, что не кидать своих друзей. Вот все, не кидать своих друзей. Надо встречать в любой беде. Верно. Любить своих девушек. Любить своих единственных девушек. Вот видишь на улице машину, сел в нее и поехал куда захотел. Желательно во Владивосток, там японцы свои тачки снимают. Прекрасен ты. Я однажды заметил при подобных обстоятельствах, что было бы неплохо, если бы реальные пацаны переформировались, перетекли и стали реальными мужчинами. У меня все. Планируете ли вы в дальнейшем продолжать музыкальную карьеру, писать тексты, песни? Отвечает Владимир. Отвечает Илья Резник. Ну, как вам сказать? Я лучше спою. На самом деле, есть в планах продолжать музыкальную карьеру, но ребята не очень сильно в это погружены. То есть это в основном, это все в основном держится на моем творчестве, на творчестве ребят, кто в соавторстве написал заставочные песни. Вот. Хотелось бы выпустить сольник где-то в ближайшем времени. И, возможно, даже что-то от реальных пацанов в целом тоже появится, какой-то продукт, если мы все-таки... Межсезонье. Если мы все-таки... Выучим текст, да, ребята? Да. Новых ребята песен. Голубику новое шоу. Да. Да, Коля сейчас... Альбом будет называться «Межсезонье». Тяжелое межсезонье, да, такое будет хорошее название? Тяжелое межсезонье. Рейтоном – это быть, значит, удивлять свою девушку, да, все правильно? Ну, конечно. Радовать ее. Да. Совершать для нее какие-нибудь непредсказуемые поступки. Да, да. Например, станцевать по Садоболь. Да как можно по Садоболь, вы не перестанете. Нам вот, интересно все, мне кажется, мы вообще за любую движуху. Все. Это все, да? Да. Мы за любую движуху. Вот это официальная цитата, так и напиши. Сами сняться в полном метре реальных пацанов. Но, к сожалению, от нас мало что зависит. Итак, первое движение, которое Коля использует в Пасадобле, называется... Дракончик. Дракончик, точно. Коля, покажи дракончик. В том году оно было особенно актуально. Ну, пожалуйста, покажи дракончик. Ну, пожалуйста, Коля. Он любит, когда его уговаривают. Вот это был дракончик. Есть еще дракончик с выпадом, помнишь? Да, давай дракончик с выпадом. Это вот там вот под ногой. Богатырь у дракончика под ногой просто. Жека, запомни самое главное. Пасадобль – это танец страсти и огня. И огня. Отпусти себя, иди нам в страсть. Жека, мочи! Пасадобль от Евгения! Катаемся на иномарке, не отдыхаем на южных курортах, загораем на даче, слава!
Да, откройте рты, сорвите уборы. Каким пацанам открыты просторы? Ветер срывает листья с деревьев, в луже плывут облака. Пацаны смотрят вдали, верят, но трамвай не едет пока. Любовь и веры в душе. Пацаны смотрят так с надеждой, но трамвай не ходят уже. Не скажет. А вот пацаны, что я придумал. Берите головы, мне надо бизнес-плана. Я в вас верю, все будет не сестьяна. Далеко богатство, большие количества. Нет образования экономического. Есть любовь, настоящая дружба. И это все рядом, а что еще нужно? Счастье есть, это так просто. Не кисни, держись молотком. Пацаны, улыбаясь, смотрят на звезды. Идут до дома, ты что? Срывает листья с деревьев, в луже плывут облака. Пацаны смотрят вдали, верят, но трамвай не едет пока. Зацени.